Всем привет! Перед вами огромная коробка. Здесь должно быть кресло. Самое интересное, что не было бы счастья, да несчастье помогу. Короче, заказал я его на Алике. И обошелся на мне 6532 рубля всего. Всего-то. А такое кресло буквально месяца два назад мои родственники покупали за 10 900 примерно. Ну, под 11 тысяч рублей примерно. Мне также оно понадобилось, такое же кресло. Но дело в том, что сейчас карантин, магазины закрыты. Я полез на Алик и, смотрите, нашел. Вот 10 дней мне его привезли. Прямо до дома, прямо до подъезда спустился. Ну, заранее позвонили. Спустился, забрал, на лифте поднял, все. Даже не надо было никуда ехать. Но вот что пришло именно, мы сейчас с вами посмотрим. Начну сборку. А потом уже поговорим о том, стоит ли его брать или не стоит. Я еще не смотрел. Угу. Кресло должно раскладываться в положении как бы полулежа. Вот она, фоточка. Ну, обычное такое кресло компьютерное. За исключением того, что цена очень привлекательная. Это, конечно, я думаю, ноги растут оттуда, что не надо платить за аренду помещения. Знаете, как в торговых центрах, там же надо платить аренду. Так, зато и переплата. Так, у нас тут такой, знаете, поролончик нехилый. Так, ну и мой цвет бежевый. Упаковано все в полиэтилен. Отлично, начнем. Ha ha ha!
Итак, сборку я закончил. Теперь могу кое-что о нем рассказать. Если касаемо сборки, то где-то на четверочку. Из плюсов. Плюс, огромный плюс, это, естественно, его цена. Кресло дешевое. За 6,5 косарей это отличное решение. Минусы. Поехали. Ну, как-то небрежно это все, грязненько. Придется протереть. Я думаю, это не страшно. Из плюсов есть подноги. Можно это дело все туда прятать. Далее, что хочу сказать. Вот у меня одна заглушка пришла, беленькая, а с другой стороны заглушки не оказалось. Но это не критично. Лично для меня. Я вторую заглушку сниму и выброшу. А может, вообще трогать не буду, все равно на балконе будет стоять. Из минусов также хочу отметить вот эти хромированные части. Они все покоцанные, расцарапанные, как гнули, видать, вот эти вот, видите, зазубрины остались. Но опять-таки не страшно. Касаемо сборки, смотрите, опять-таки вот тут вот щель как-то недоделана. Придется дозащелкивать, я не знаю, пластик. Включатель-выключатель массажа. Бесполезная хрень абсолютно. Что-то там вибрирует, вибрирует достаточно сильно. Может, кому-то понравится, мне нет. Далее, фиксация положения у нас наклона спинки. Это высота сидушки. Сидушка высокая, разлет отличный под любой стол. Дальше. Вот эта штанга, ее можно фиксировать. Это вылет высоты спинки. Так, вот здесь она закручивается, я еще не регулировал. Ну, так сделано все отлично. Это металл. Все добротно, хорошо, в принципе. И еще раз повторюсь, за свои деньги отличное решение. Если бы я выбирал между этим креслом и за 11 тысяч рублей... в торговом центре, который сейчас не работает, а кресло мне надо было, ну, необходимо было купить, то я выбираю это. Я вот лучше отмою вот эти вот грязные пятна. Отмою. Очень удобное кресло, мягкое, подголовник. Пожалуйста, разложил, балдеешь на балконе. Если надо поработать, угол наклона поменял, все отлично. Подлокотники очень неплохо сделаны, мягенькие, шикарные. Все, дермантин, этот эко-кожа. Хорошего качества, строчка неплохо пошита, в принципе, нитки нигде не торчат, все отлично. Хорошая штука, неплохое кресло. Я считаю, лучше сэкономить, взять, особенно как мне, если на балкон куда-то, хотя в комнату тоже пойдет. Думаю, вам заглушечкой придет, это мне, наверное, не повезло при комплектации. Короче, класс. Если видео было полезным, поставь лайк ему, подпишись на канал, еще будет много интересных распаковок, интересных видео. Короче, зачет. Отлично все. Рекомендос. Ну все, пока. С вами был Капитан Америка. Так как я не хотел свою морду, фейс свой светить.